Добрый день. Я сегодня, вот мне начали задавать вопросы по поводу Глорион, вот этих продуктов по похудению, по здоровью, по снижению веса. Я кратенько, что, как, за что дергать и какие, как вообще взаимодействовать с компанией. Ну, в принципе, как бы так. Ну, если кто хочет заказать, все просто, заходишь в магазин, как бы в электронном виде заказ оформляешь, или там, ну, не знаю, наверное, даже, как бы, если кто-то хочет таким дедовским способом, можно связаться с компанией. Вот, доставка производится вам по адресу, но... Как вот если вы опасаетесь, как бы, ну, не уверены в продукте, то можно взять небольшое количество, но тогда доставка вам будет стоить 200 рублей. Если же вы берете, все-таки убедились, что все нормально, то в дальнейшем вам доставка будет бесплатна, потому что вы можете взять на 5000 запаса, ну что гонять туда-сюда людей, вот, и самому как бы тратить время, то и как бы в этом случае доставка будет осуществляться бесплатно. Я хотел бы обратить внимание вообще на демократичность и простоту, так сказать, взаимодействия с компанией. Вот кто с ней хочет работать, там не надо писать вот длительные какие-то резюме, а потом у тебя нос не понравился, возраст твой не подошел, и то, и пятое, десятое, этого и всего нет. Поэтому, особенно вот для, даже я знаю, что многие пожилые люди, ну, как бы зарабатывают приличные деньги. Кто пол Европы объехал, кто какие-то вот так и по делам там фирмы, да и вообще туристических. Ну, и вот как бы кроме... Если вы, я сейчас не буду как бы останавливаться на подробностях, но вот если вы там 3 месяца хорошо поработали, то в фирме предусмотрена премия где-то до 90 тысяч. Ну, это не считая того, что вы там заработали на продажах и так далее. Вот. Это что дает возможность, что любой какой-то пожилой человек, да, там беременная или женщина, или что-то еще, может спокойно взаимодействовать. Потом, кому как нравится, кто-то может прийти в офис региональный, они есть везде, как бы, да, и убедиться, что, а кто-то может то не располагает как бы временем в электронном виде зарегистрироваться. И если ты хочешь как бы посотрудничать, поработать с компанией, то и пожалуйста. Я даже думаю, что в этом как бы открывается возможность такая. Вот чиновники там, ну вот как бы, я вот так юридически хотел бы обосновать, как вот это можно сделать. Вот если вы молодой человек, да, там скажем, и законодательство, ну, он как бы не позволяет устроиться, то вы можете найти себе законного представителя, и благодаря этому для школьников, для людей инициативных, а бизнесом, учёбу коммунисты плохо сделали, особенно вот такую, ну, что убили у людей дух свободного предпринимательства. У нас мало учеников и людей инициативных. Это очень губит, потому Россия и телепается, как бы. Вот. Здесь как бы такое, ты как бы встраиваешься в чужой бизнес, как бы становишься таким менеджером. Вот. Это как бы тебе дает возможность порулить так, как ты считаешь нужным,
проявить как бы себя, ну вот как бы так. Но вот теперь хочу конкретно, как все можно сделать. Если бы вы не хотите долгих там, ну как бы рассказов или там у вас, а вот хотите прямо сейчас приступить к делу, то, пожалуйста, нет никаких трудностей. Ну, первое, что вы по ссылке там заходите, вот которую я там оставил внизу, и там написано регистрация. Ну, зарегистрировался, там занес свои данные, паспортные, вот и все, так сказать. Те присвоили и номер соответствующий и все дела. Ну а дальше как действовать, что делать, там продукты, они, скажем, есть, можно, я буду, например, о них рассказывать, как бы, вот, ну что-то можно даже самому почитать. А все достаточно просто, чтобы вот прямо в электронном, то те, кто, ребята, вот там, который, я вот смотрю, особенно в Ютубе, они где-то режутся в игры, и все да, замечательно, но вот как бы для детей это я, для школьников я понимаю, что это большая, так сказать, ну, как бы мы не мечтали о таких игрушках и так далее. Ну, даже вот я замечаю вот, рейтинги вот этих каналов, где только одни игрушки. Ребята, вот ваша односторонность, она вас губит. Вот, потому что человек как бы обычно многосторонний. Он не интересуется только одними играми и все. Поэтому, особенно даже среди взрослых людей, поэтому, если вы хотите свой канал привлечь, вот я стараюсь, хотя я не показатель, я мало уделяю Ютубу, к сожалению, внимания из-за занятости делами. Вот, но я видел у тех, у кого многосторонний такой канал, и то он коснется и политики, и экономики, и бизнеса, и у него посещаемость гораздо выше, поэтому я думаю, что вы выиграете. И вот бизнес, это вот обучение, это та же игра, только в жизни, лучше быть, чем казаться, поэтому... Я думаю, что те, кто в играх вы становитесь богатыми, сильными, так. Ну а почему бы не попытаться сделать и это в жизни? Вы еще можете, не факт, что ваши родители будут зарабатывать больше вас. Вы можете с ними поговорить, чтобы они стали законными вашими представителями. И если вот даже кому-то и надо оказать помощь, ну, я могу оказать в том смысле, но тогда вам надо будет где-то ВКонтакте целенаправленно знакомиться с новосибирцами, потому что здесь, в Новосибирске, я могу с кем-то встретиться, переговорить. Вот. Я не только по вот этому методу как бы зарабатывания денег буду говорить, но я общаюсь с совершенно разными людьми, как юрисконсульт, и я во многих вещах помогаю своим доверителям двигать их бизнес, вот, где-то подсказываю, где-то это, обычно это очень даже помогает, вот, и, ну вот, как теперь конкретно, смотрите, вот вы зарегистрировались, вот, ну, ролики можете мои взять, пожалуйста, так сказать, за основу, пока вы там своих не сделали, да, скачали, закачали себе, так, вот у вас уже готовы первые шаги. Второе, ну, как вам найти себе помощника? Вот у вас есть, значит, такое, вы заходите на сайт, вводите идентификационный номер, пароль, загрузился сайт,
Потом поднимаетесь вверх с левой стороны, в самом верху. Вас я там не буду показывать, все достаточно просто. Такая красная, написано квадратик, мой бизнес. И отпускаетесь по списку черненькими буквами, там написано мои реферальные ссылки. Вот там вы находите вот этот реферальные ссылки, скопируйте себе их, и там в самом конце, кроме предложения продуктов, которые вы можете, также вот вы выслали, кто-то купил продукт, на ваш счет как бы соответствующее отчисление, я потом это буду подробно рассказывать, и сейчас не хочу касаться вот всей бухгалтерии. Вот, сейчас основные, так как какие этапы. Вот, а внизу там стоит самая последняя ссылочка, и это для регистрации ваших партнеров, вашей будущей команды, которую вы можете вербовать, грубо говоря, так, или не вербовать, ну, как бы агитировать за себя, уговаривать и так далее. То есть полная какая такая вот, знаете, вот за 20 минут зарегистрировался, ну, вот тебе YouTube, вот тебе контакт, вот тебе Google, вот тебе мой мир и другие, да мало ли каких можно еще найти, так сказать, социальных сетей и способов, так сказать, рекламы, да. Ну, я потом еще подскажу какие-то эффективные способы. Вот. И после этого вы, если нашли человека, который с вами как бы, ну, вот, согласен сотрудничать, то вы и, соответственно, высылаете ему вот эту реферальную ссылку для регистрации. Если он зарегистрировался по вашей реферальной ссылке, то, соответственно, он входит в вашу команду и, ну, как бы, вот в Glareon такая вот есть проблема, что вот как бы одно-два звена там начинают работать, человек немножко успокаивается и как бы вот тут у него доход идет, он все дальше не движется. Ну, я думаю, что это как бы неправильно, особенно для молодых людей, надо дерзать, надо, да, как бы достигать большего, попробуйте сформировать обширную сеть, то есть вот за счет того, что вы, ребята, подкованы с компьютерами, вот, ну вот те, кто даже вот хочу сказать, не имеют компьютеров, может, есть такие, ну, сейчас я бы просто подсказал, конечно, можно взять бэушный компьютер, он вполне сойдет для этих вещей. Если что, какие-то вопросы будут, спросите, я потому что считаю сейчас, вот откуда-то такая волна сверху идет, и пожилых людей стараются выдавить с работы, особенно вот это вот еще недавно было развернуто прямо компания поуволить всех опытных врачей, там, ну, вот какие-то вот такие вот вещи. Ну, а как бы я не считаю, что это вреднейшая такая, сказать, волна для экономики, поэтому я как бы вот как бы считаю, что вот если есть такая возможность, что вот как бы человеку встроиться и, ну, какой-то коллектив, какое-то общение, это не просто там где-то сидишь на пенсии за печкой. С другой стороны, пожилой человек не может, там если ему 70 лет, он не может, а, ну, что-то там, какие-нибудь бетонные плиты таскать или что-то еще.
А научиться на компьютере, вот это 1-2 урока, поверьте, опытного, так сказать, руководителя, наставника, это запросто можно организовать. И в сущности, просто я для пожилых людей бы рекомендовал, что все-таки без компьютера сейчас ничего сотворить в своей жизни существенно, как бы, я думаю, нельзя. И работу можно повыгоднее найти, и что-то, какие-то вопросы организационные решать, и связаться. И по веб-камере можно разговаривать бесплатно, не платя как бы за телефон, как бы, да. Вот. Есть такие программы, как Skype и так далее. Мало ли каких возможностей, компьютер дает. Так. Я попытался такую, рекомендации для кратенькие, нескольких слоев, так сказать, населения дать. Может быть, мои советы помогут.